Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня покажу вам осеннюю листву, скажем так, метасеквои. Вот, перед вами метасеквоя, наверное, метра полтора ее высота. По возрасту она трехлетка, три года. Растет довольно быстро. Вот, вот такая вот осень у нее красивая, ярко-красная хвоя. Многие путают ее с болотным кипарисом, путать ее не надо, хоть они там и родственные являются, но у болотного кипариса хвоинки более тоненькие. То есть это у нее даже не хвоинки называется, а веткопад. То есть вот это вот у нее отпадают прямо целые ветки. То есть это относится даже не к хвоинкам, а как бы как веткопад называется. Вот. То есть вот такие вот у нее красивые осенью, она очень красиво выглядит. Красная вот такая вот хвоя у нее, вот тоже вот видите, да, вот вроде как ветка идет, и вот видите, а с нее и так же идут. То есть это не хвоинки, это прям веткопад у нее называется. То есть остается вот просто на зиму у нее вот такая вот древесина, вот это все у нее опадает. Растет очень быстро, любит влажные места, влажные места очень хорошо переносит, болотистые какие-то, возле ручьев растет. Ну, также растет и, в принципе, в нормальном таком вот месте, где в вашем саду. Просто требует дополнительного полива. Первые годы. Потом уже полив ей особо не нужен. Корни уходят глубже, сами находят воду. Вот, вот такая вот метасеквоя. Вот. Семена у данного растения очень мелкие, очень-очень мелкие. И вырастить данное растение не так уж просто из семян. Как бы там в интернете там не рассказывали, очень много я сеял. И вот из большого количества, из нескольких сотен штук, в схожесть была 2, 3, 4 саженца. Вот, поэтому это все выращено у меня из семян. Вот, это... из семян для себя вот вырастил одну. Одна у меня есть там в горшке, в принципе, под продажу она идет, на продажу. И вот есть у меня вот болотный кипарис. Болотный кипарис такой вот красновато-коричневатый у него вот оттенок хвои. Вот, вот так вот он выглядит. Посмотрите, вот роса сверху, очень красивое растение, болотный кипарис. Чем-то схожи они с метасеквоей. Ну, у болотного кипариса, как вы видите, вот хвоинки вот, вот такие более узкие. Метасеквоя, хвоинки пошире. То есть, ну, вот так вот. Осенью очень эффектно выглядят данные растения.